Привет! Приветствую всех вас на своем канале. Сегодня хочу вместе с вами приготовить вкусные голубцы по рецепту моей бабушки. Нам нужно пшеничная крупа, булгур, лук репчатый, пекинская капуста, можно брать обычную. Из приправ красный и черный перец, сушеный базилик, соль, растительное масло и вода. Для начала измельчаем лук. В миску добавляем лук, добавляем пшеничную крупу и булгур. Все это хорошо перемешиваем. Наша начинка готова. Оставляем на 30 минут. Разбираем капусту по листьям. Берем удобную посуду, раскладываем капусту. И подсаливаем. Оставляем на 25-30 минут. Капусту заливаем водой. И промываем от крови. Вырезаем все жесткие части.
Мы подготовили капусту, а сейчас берем голубцы.
Заворачивали голубцы двумя разными способами. Будем готовить в духовке и на плите.
До готовности. Температура 150 градусов. Ставим на огонь и доводим до полуготовности. Соус для этих двух сортов. Для этого нам нужно семена конопли, мука, черный перец, красный перец, соль по вкусу и мелко нарезанный лук. Заливаем нашим соусом. И варим до готовности.
Спасибо, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны.